Турнир состоит из 4 раундов. Сначала на поле выйдут прекрасные девушки, мамы, потом их дети, затем спортивные папы, ну а завершится соревнование игрой семейных команд. Большой праздник спорта состоялся в Новых Химках. Футбольный турнир объединил любителей из Москвы, Красногорска. Здесь и сборная Аэрофлота, а также две команды из Химок – Мам-Сити и Кутузова. Праздник посвящен Дню семьи, любви и верности. Мы уже 2 года организуем турниры женских команд, но обратили внимание, что мамы всегда приезжают со своими семьями, с мужьями, с детьми. Дети, конечно же, и папы активно нас поддерживают, но немножко им сложновато сидеть на месте, им хочется тоже подвигаться активно. Социальный проект «Дамы в спорте» в поддержку семейных ценностей объединил активных девушек. Марьяна Дудник пришла в команду около 2 месяца назад и сразу влилась в коллектив. Теперь футболом увлекается вся семья. На соревнования она приехала вместе с сыном Димой. Мотиватор наш – это супруг. И детей с детьми любитель поиграть на прогулки, на футбол. Я долго-долго наблюдала, и всегда интересно, когда ты с детьми проводишь прекрасное время. Сейчас 21 век, гаджеты, компьютеры и так далее. Но все равно нужно как-то находить время, проводить вместе. Перед началом турнира обязательная тренировка. Разминаем ноги, разминаем руки, разминаем все тело и, конечно, набиваем мяч. Турнир организован в поддержку благотворительного фонда «Сила веры», а это значит, что все собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей. Площадкой для игры стало футбольное поле возле торгового центра «Мега». Отлично сыграла защита, не дали пробить по воротам. За какую команду болеешь, скажи? За Кутузова! Ольга Калмыкова живет в деревне Брехово. На соревнования она приехала вместе с детьми. Сын Максим тоже увлекается футболом. А дочь Алиса активно поддерживает маму и брата. Мы свою команду образовали 10 месяцев назад. Мне очень нравится командный вид спорта. Я раньше занималась волейболом, а сейчас нет такой возможности играть в волейбол. Ну, тут оказывается такой большой футбольный мир. И, конечно, очень здорово. Много возможностей открывается. Футбольный турнир проходил на протяжении всего дня. Было сыграно более 15 матчей. Участвовали все, и дети, и взрослые. Не остались в стороне и гости мероприятия. Для них были организованы спортивные мастер-классы. Девчонки абсолютно все разные. Со своим семейным бытом приходят, вот, с разным профилем, может быть, образования, совершенно все разные. Мы начинали с нуля, девчонки, грубо говоря, нигде не занимались. Сейчас некоторые очень хорошо дружат с мячом, понимание есть футбольное. По итогам всех игр победителем стала женская сборная Аэрофлота. На 2-м месте команда из Красногорска, бронза досталась химчанкам из Мам-Сити. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.